зависит ли от каждого, каким будет предстоящий год? Да, зависит и от каждого. Причем самым прямым образом. То есть? То есть я сам творю вообще свою жизнь, себя самого, угу. свой мир. Мне только надо научиться это делать. Вот наука каббала называется наука получения. Как получить то, что ты желаешь от жизни. То есть я что должен сотворить? Себя. Вот это вот поясните, что себя, это. Себя. И, соответственно, вместе с этим ты сотворяешь мир, в котором существуешь. Ну, что значит сотворить себя? Вот только скажите это, и будет все. Сотворить себя – это значит сделать себя таким, каким мечтаешь. Ну. Вот так, да-да, вот так. Мечтаешь. Да, да, да. Вот к этому надо прийти. Чтобы ни о чем не сожалел. И за все мог благодарить природу, Творца, людей всех. Ну, у человека бывают мечты такие, знаете. Стать... Нет, нет, я говорю на самом деле... Высоких мечтах. Да. Вот какая, например? Вот дайте какую-нибудь мечту такую. Ну, мечту – это войти на уровень вечности и совершенства. Уа. А чего уа? Ну, так она кажется далекая. Всем уготовлено, только надо это постараться сделать в ближайшее время. То есть я не должен думать, что это когда-то наступит, через долгие годы? Нет, нельзя откладывать. Когда долгие годы? Нет? Нет, нет, нет. Это надо вот в ближайший год. Вот сейчас над этим начинать работать. Вот я могу сказать, вот сейчас я хочу войти в состояние, что я буду любящим, отдающим, буду существовать в вечном пространстве. Могу вот сейчас? Вот могу? Вот я хочу этого сейчас достичь. Да, да, да. С этой целью ты должен начинать сейчас интересоваться, как это достигается. И вот эта моя мысль, она приблизит цель? Она сделает эту цель. Даже так? Сделает, да. Человек делает себя и мир.